Междуреченские силы и средства оперативных служб готовы к борьбе с пожарами. Ситуация в городе стабильная, но даже несмотря на благоприятные прогнозы, система предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций находится в готовности. Ведь стихия непредсказуемая и в случае реальной угрозы может нанести серьезный ущерб. Главный ущерб, который приносят лесные пожары, это, конечно же, уничтожение не только древесной растительности, но и места обитания животных, многих птиц, там, грызунов. Помимо урона природе, огонь может перекинуться и на дома. Для защиты себя и своих близких жители отдаленных поселков вступают в добровольные дружины. Ежегодно на их оснащение и содержание выделяются средства из бюджета. Житель поселка Камешки Дмитрий Свининников – один из тех, кто придет на помощь. Наш поселок отдаленный от города. Как бы пока пожарная дружина приедет, большая часть сгорает. Кто, если не мы? На смотре было задействовано 14 единиц техники, свыше полусотни человек. Все городские службы к возможным чрезвычайным ситуациям готовы. Сегодня присутствовали и лесхоз, и казаки, и у нас оперативная группа, и спасатели. На промышленных предприятиях также созданы вот такие вот рабочие группы. Но кроме этого у нас есть трактора, краны, техника тяжелая, которая тоже возможно привлекаться для вот таких вот всех мероприятий. Дарья Гречаникова, Андрей Блохин, Новости Плюс.